Чудесный день. Следующая исполнительница, по крайней мере, по своим первым выступлениям, уже продемонстрировала себя человеком расчетливым по-хорошему. Она умеет выбирать песни, в которых она может раскрыть себя с какой-то новой, неожиданной для зрителя стороны. Посмотрим, удастся ли ей это сегодня. Зара! Когда ты работаешь с живыми музыкантами, это каждый раз что-то новое. Это абсолютно новый и живой организм. Вот на тот момент должно было получиться так. Только выдали меня, честно говоря, мне грех жаловаться, у меня хорошие оценки. Вообще, я думала, что Сережа Мандык должен поставить мне ноль, потому что я вообще не двигалась. Мне нравится оценка Сергея Мандрика. Просьба не нападать на члены жюри. 9 баллов – это спасибо. Мало. Я буду, конечно, экспериментировать. Буду стараться меняться, но не изменяя себе. Я буду петь песни «Часики». Но это безусловный народный хит. Я эту песню спою немножечко по-другому. Конечно, над этим номером работала большая команда, но отвечать мне. Поэтому мне нужно просто собраться и хорошо выступить. Девочка своей.
неожиданная боссанова получилась. Зара и какие-то горячие латиноамериканские парни. Так, дорогие друзья, сейчас нам... Мы уже попросили жюри проголосовать. Наверное, они уже сделали это без моей просьбы. Потому что вот рефлекс. Спел, проголосовали, а теперь узнаем оценки. И эта схема будет работать сегодня с каждым нашим участником. Ух ты! Мне нравится Виктор Дробыш, у которого, в принципе, все его эмоции написаны на лице. Это не тот человек, который будет скрывать то, что ему досадно. Виктор, вы не могли бы как-то отреагировать на оценки жюри, пока еще никто из них не начал высказываться? Я боюсь, что если я скажу так, как думаю, то... Именно так и надо, Виктор. То следующих моих вообще не выпустят на сцену. Ты не запугивай, Вить. Все хорошо. Ну, ладно, Стас Намин взялся за старое. Ну, о чем думает Юрий Аксюта, который вроде к музыке имеет тоже какое-то отношение? В прошлый раз ты так напугал Мандрика, что он с перепугу сегодня 10 сразу поставил. Я понимаю, что Лариса Долина, кроме хэви-метал и рок-н-ролла, ничего не пела в жизни, но как раз я, увидев ее сегодня в жюри, обрадовался и подумал, что это как раз тот человек, который поймет и оценит. Не поняла и не оценила. Поняла и оценила, Витечка. Аранжировка... Меня потрясла в хорошем смысле слова. Если вы уже пишете такую аранжировку, значит, надо было в этом же стиле и петь, Зарочка. А вы ее спели как-то очень далеко от стиля, и получился диссонанс. Танец был великолепный. Не, ну могла бы все равно вспомнить нашу долгую дружбу и поставить десятку. Минуточку, при чем тут дружба? Виктор, ты для меня написал песню? Всего одна песня, я тебя какая просила, тут дружба? К юбилею. Написал? Нет. Напишите к следующему, Виктор. Делайте выводы. Это вообще шутки. Была попытка. Это была шутка. Это давление на жюри. Слушай, да. Моей дружбе я с Долиной ровно в два раза больше. Вообще, ну, двадцаток она нет. Сказать вообще, что, конечно, все хотят десятки, но объективно восьмерка – это четверка. Это хорошо. Объективно так. Когда это ниже, то я, как вы помните, ставлю шестерки и еще ниже. Шестерка – это самая хорошая оценка, как это мы практически, знаем. Да, подарок. Поэтому в данном случае, вот мне, например, очень понравилось. Объективно, с вашей восьмеркой группа «Нянь» уже где-то за МКАДом. Вить, ты не обижайся, пожалуйста, да? Зара – голосистый человек. Она поет таким упругим, мощным звуком. В этой аранжировке этот звук совершенно не нужен. Здесь надо петь филигранно очень. Португальская очень, босанова, бразильская. Очень, вот как она говорит, ну, может быть, да, как говоришь, да, девочка моя... Попробуй больше, вот как будто ты на ушко поешь, на ушко. Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. А маленькие ну, часики оно. Смеются тик-так, ни о чем не жалей, и люби просто так. Спасибо. Спасибо. Ну а пока наши участники, конечно же, волнуются от того, что они слышат здесь, в эфире Первого канала.